не у всех есть возможность приехать на транспорте. Например, если бы ходил транспорт сюда, я бы, может быть, чаще в церковь ходила. Автобус был бы очень хорошо, удобно. Меликесская и Чердаклинская епархии власти города по просьбе верующих обратились к предпринимателям, занятым в сфере пассажирских перевозок, с просьбой организовать автобусное сообщение по улице Чапаева. Мы неоднократно собирались на рабочие группы, и была достигнута договоренность о том, что чтобы пустить здесь кольцевой автобус, площадь Советов, Свято-Никольский храм. Этот автобус будет безвозмездный. Денег там платить за проезд не нужно будет. Маршрутка будет возить димитровградцев к началу первой и второй службы по выходным дням до конца апреля. 3 рейса пока в день. 6.40, 8.40 и 10.40. Ну, начали выделять вот наш перевозчик с сегодняшнего дня. А так все перевозчики будут задействованы. Пока у маршрутов нет табличек, но в ближайшее время их сделают. Автобус отправляется от остановки площадь Советов, что расположена напротив кафедрального собора. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Наше время.